Сильнейший гонщик России живет в Орске. Доказательством тому стали прошедшие в Кузнецке первенство и чемпионат страны по автомодельному спорту. Соревнования проходили во время весенних каникул. Их участниками стали порядка 80 спортсменов из 16 регионов России и Казахстана. Среди представителей Северодвинска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Костанай, Хабаровска и других городов были и наши земляки. Воспитанники Дворца пионеров и школьников привезли с турнира немало наград. Абсолютный рекорд поставил 11-летний Иван Павленко. Он выступил в младшей возрастной категории во всех 5 классах моделей и везде победил. Такой результат на подобных соревнованиях зафиксирован впервые. В некоторых классах было, я скажу, тяжело, а вот в некоторых было легко. То есть было легко выигрывать. Я каждый день тренируюсь, то есть по разным дорожкам, там, допустим, на 7-й, на 8-й по крайним. В старшей возрастной группе вновь отличилась команда из Орска. В нее вошли Илья Бабочкин, Даниил Ганин, Антон Нестеренко и Денис Меркулов. Грамоты кубков у ребят теперь хоть отбавляй. Также во всех классах участвовал, отличился в двух продакшн 32-го и 24-го масштаба. В 32-м масштабе я приехал третьим в общем зачете среди всех. И в 24-м продакшне я приехал вторым среди старших юношей. Ребята занимаются автомодельным спортом не первый год, поэтому и результаты вполне ожидаемые. Я занимаюсь с 4-го класса, сейчас я в 9-м. Значит, это уже 6-й год получается. Секрет успеха, говорят парни, упорство, тренировки и еще раз тренировки. Наставники ребят Андрей и Илья Поповы выступлением подопечных более чем довольны. По итогам турнира команда из Орска стала чемпионом России. Но останавливаться на достигнутом наши земляки не привыкли, поэтому впереди их ждут упорные тренировки и новые высоты. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем им как можно больше спортивных побед. Дмитрий Страстенко, Николай Баранников, служба информации телерадиокомпания «Евразия».